Jeep Compass 2016. Попробуем заменить воздушный фильтр. Фильтр находится у нас вот здесь. Купил вот такой вот блюпринт. Должен подойти. Попробуем открутить. У нас здесь вот раз, два, три, четыре, пять. И надо открутить эту мышцу. Сюда подходит. И такие. Откручиваем. Откручиваем вот эти вот болты. Самые неудобные. Вот здесь для этого используем вот такую вот штуку. В общем, я тут открутил, но тут довольно-таки неудобно. Вот этот. И еще вот здесь. Так. Теперь можно открутить. Четыре есть. Это пятый, кажется, последний. Готово. Снимаем эту крышку. Так, ага, не все. Есть еще. Вот наш фильтр. Снимаем его. Ну, там как внутри. Ну, похоже, нуждается в замене. Здесь написано VIX 49014. VIX я не нашел.
будем пробовать блюпринт ADA 10-22-49. Смотрим. Ну, внешне похоже. По размерам чуть-чуть отличаются. Будем пробовать. Должен подойти. Так. Да, фильтр подходит. Ничего сложного. Теперь все в обратном порядке закручиваем. Теперь самое интересное. Берем насадку поменьше. Таким образом пробуем закрутить. Пока не столько насадил. Очень интересное расположение. Так, ну, в общем-то, все понятно. Ставлю все на место. Ну и все, по сути, фильтр заменен. Единственное, закручиваем до конца.